Добрый день, мои друзья. Очередная прогулочка. Сказали, что здесь очень красивая сирень в этом парке. И мы решили проверить. И она точно великолепна. Очень красивая. Может, дырочку хочешь ставить еще раз? Можешь сюда встать. Столько людей пришло посмотреть на эту красоту. Она прямо до земли, ее грозди. Боже, великолепная. И пчелки, и шмели. Нельзя оторваться от такой красоты. А еще зацвели мои любимые кусты. Невеста. Такая красивая и тоже пахучая. Я их обожаю. Очень красивенная. Так что прогуляемся, посмотрим красоту. Весна, шикарное время года. Вот тоже до земли, как платье невесты. Видите, шлейф от платья. А запах такой стоит, великолепный. Возвращаемся опять к сирене. Никого нет. Все уже сфоткались. Нам сейчас повезет. Вот запах великолепный. Очуметь. Нужно сделать красивые фотографии. Друзья, у нас сегодня праздник, день вышиванки. Посмотрите, какая красивая композиция клумбы в виде украинского флага. Желтые чернобрывцы и вот такие синенькие цветочки. Всех с праздником! Есть очень красивые, ходят в вышиванках люди. Друзья, какую я вам красоту показываю. Благоухание. Такие красивенные эти кусты. И везде по-разному подстрижены. У каждого своя форма. В предыдущем парке очень сильно расцвели. А здесь только расцветают. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Все самое интересное еще впереди. До новых волнующих встреч!